по срокам это очень долго, я думаю, очень долго. Можно поторопиться, нанять подрядчиков нормально и сделать все это намного быстрее. Скажите, а вот вы сегодня проезжали здесь еще? Проезжал. Здесь были рабочие? Не видел. Так долго, да. Ну, пробки здесь. Нам нужны со временем ходить, ехать туда. Ну, побыстрее заканчивали, хорошо было бы.